Всем привет! Вы на канале Лавр Хомяк. Сегодня будет Хомка влог. Да? Подписывайтесь на наш канал. Прости, Мур. Замурыкала ты меня. Замурыкала. Да? Голова спит немножко. Не спит, он хомячит. В своем домике, мне так кажется, что слышно, как он там. Вот эти вот звуки, да? Идем. Ой, ты же красавица. Да. Все. И ты спать. И ты. Так вот поцелую это тебя. Ну не могу я ее даже отпустить. Она так прикольно мурлыкает. Давай, Лавр, уже целых 5 минут. Пора уже выходить. Не надо чересчур салфеток. Буду следить за камерой. Чтобы... Палочки выпали на двери вот эти. Помогу я Лавру, запихаю его туда. Туалетную бумагу. Ничего себе, что я заметила. Он тут точит зубы. Ничего себе. Я не замечала. Лавр вышел. Ура! Пойдем гулять. Что? Нет? Пойдем на кроватку гулять. Сейчас дадим ему его море. На буквально 10 секунд. Я знаю, что это опасно, но они у меня дружат. Тихо. Спи, красотка наша. Которая после Лавра до сих пор мурчит. Камеру тянешься. Только не лезь мне на лицо, не хочу снимать свое лицо. Не хочу светиться. Сильно так уж. Ну, в подмышку мне тоже не надо, знаешь ли? Забросим. Лавр подошел к моей картине, потому что его тянет на искусство. Это я нарисовала Елену с канала Хомки. Ну да, немного тут такого праздничного. Елочка тут надо написать. Отправить ее на стенку. Боже мой, до сих пор не могу поверить, что это я нарисовала. Да, Лавра потянула на искусство. Давай быстрей, у нас последняя минута. Это видео только на 5 минут. Куда ты сел? Ну. Компьютерный ты гений. Знаешь, не буду, не хочу, чтобы это порчало меня сильно. За гения. Спасибо, я кинула. Нельзя высоко. Умный хомяк. Лавр, Лавр, Лаврухин. Потеряла Лаврухина. Лаврухин, я тебе говорю. А, сейчас. Ой, придется мне пнуть подушку. Плохая подушка. Лавра. Лавра, Лавра.
кажусь, зрителям. Тихо, тихо, не напади на зайчика. Ну стой, Лавру. Боже мой, у меня даже вкладки включились. Тихо, 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 тихо. Лавр. Ладно, всем пока. Вы были на канале Лавр Хомяк. Всем пока-пока. Но не выключайте это видео, ведь немного будет. Немного будет такой заснятых моментов. Какие мы злые. Ладно, сейчас пи-пи. Пока-пока.